Основная цель в городе Новосибирске на протяжении уже 3 лет работает региональная ассоциация работающей молодежи, основной целью которой является привлечение и закрепление молодых кадров на промышленных предприятиях и организациях. Нашу инициативу поддержал губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий. Соответственно, в рамках конференции нам было поставлено поручение активизировать эту работу и в Новосибирской области. Мы едем в Новосибирскую область для того, чтобы создать по одному совету молодых специалистов на территории районов Новосибирской области. Наконец-то мы смогли организовать такое важное мероприятие. Почему? Потому что пора создавать ассоциацию и уже в населенных пунктах области. Я считаю, что данный автопробег подчеркнет значение молодежи не только в городе, но и в масштабах области. И ребятам я желаю сегодня доехать целыми и сохранными, и чтобы по итогам автопробега в рядах работающей молодежи количество было увеличено раз в 10 как минимум.